Сегодня 25 июня, и мы продолжаем сбор подписей под петицией о запрете отстрела собак и за гуманное решение вопроса. По словам Ирины Плаговой, на этой неделе Верховный Совет должен принять инициированный президентом, заказанный президентом законопроект по ОСВВ. По моему опыту, даже если заседание состоится, решение принято окончательно не будет. Скорее всего, законопроект будет принят в первом слушании и отправлен на доработку. А вот что будет на той доработке, сколько она будет длиться, недель, месяцев или лет, уже зависит от нас, от того, насколько мы активно будем пропагандировать гуманное отношение к животным. К сожалению, сейчас противостояние достаточно сбалансированное. С одной стороны, культура стран, окружающих нас, далеко вперед ушла в гуманном отношении. Мы не можем оставаться на месте и продолжать средневековые методы. С другой стороны, слишком велико лобби хозяйственников наших, глав администрации, которые не хотят морочиться, потому что, во-первых, это деньги, это большие деньги, во-вторых, это много хлопот, много ответственности, и вот наши хозяйственники не хотят этим заморачиваться. Единственная надежда на то, что законопроект предусматривает деньги не из муниципальных бюджетов, но из государственного. Это дает шанс пересилить нежелание глав администрации усложнять проблему. Сейчас они решают проблему жестко, но просто. Наша задача – объяснить, доказать, что гуманность стоит того, чтобы тратить на нее время, силы и деньги.